В декабре 1995 года состоялись выборы депутатов законодательного собрания Ульяновской области первого созыва. Это событие 25 лет назад завершило в регионе формирование систем государственного устройства в соответствии с конституционными принципами разделения ветвей власти – исполнительной, законодательной, судебной – и стало важной вехой в новой истории представительных органов власти нашего региона. Жители области избрали 25 депутатов. Таково количество было мандатов на тот период. И доверили чрезвычайно важную миссию формирования регионального законодательства самым известным и уважаемым людям нашего региона. Каждый из этих депутатов первого созыва оставил себе добрую память в жизни Ульяновской области. Особо хочу поблагодарить моих самых близких помощников того созыва. Это Татьяна Владимировна Сергеева, Евгений Иванович Головко, Сергей Николаевич Ермаков, Валентин Александрович Пешехонов, Олег Юрьевич Горячев, Владимир Федорович Трибунский и многие другие. Чуть позже эстафету приняли Зотов Борис Иванович, Мясников Григорий Николаевич, Лаврушин Николай Иванович, Малышев Валерий Васильевич и многие другие, которые работают и в нынешнем составе законодательного собрания. Многих моих соратников уже нет, но память о них останется в наших сердцах навечно. Особые слова благодарности надо сказать в адрес очень профессионального коллектива сотрудников аппарата во главе с Анатолием Александровичем Стекловым, Владимиром Григорьевичем Резником и другие сотрудники. Сплоченная обстановка и ответственное отношение к делу позволили в первый же год разработать и принять законы об уставе Ульяновской области. Это, по сути, конституция региона. О бюджетном устройстве. Это бюджетный кодекс практически. Целый пакет финансово-экономических законов. Поэтому, несмотря на двухлетний перерыв в деятельности представительного органа власти с октября 1993 года по декабрь 1995 года, нам удалось быстро наверстать упущенное и заполнить правовой вакуум в жизни нашего региона. От всей души поздравляю моих коллег и всех ульяновцев с этой юбилейной датой. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, успехов, благополучия и хорошего новогоднего настроения. С праздником вас, дорогие земляки!